Беларусь фактически в эпицентре крупнейшего военно-политического кризиса с использованием гибридных методов устрашения. Аппетиты и активность коллективного Запада с каждым днем становятся все выше, а НАТО как никогда вплотную приблизилась к западным границам Беларуси и России. Туда стянуто уже свыше 1000 единиц бронетехники, сотни артиллерийских систем, минометов, авиации и, конечно же, десятки тысяч живой силы. Свыше 64 тысяч военных вооруженных сил в США, почти белорусская армия, а также более 33 тысяч натовских солдат на постоянной основе дислоцируются в Европе. Что они здесь делают? Какую Америку они защищают здесь? До 20 тысяч из них сосредоточены в Польше, близко к нашим границам. И в странах Балтии. Данные группировки войск оснащены современными ударными вооружениями и способны наносить высокоточные удары по объектам на территории Беларуси и западных регионов. В области безопасности обстановка крайне неблагоприятная. Наблюдаем дальнейшее углубление эскалации в международных отношениях и отношениях между ведущими геополитическими акторами. В этой связи нашей стране необходимо приводить стратегически значимые документы, доктринальные, в области безопасности в соответствии с реальностью. В конце января Альянс развернул крупнейшее за последние десятилетия учение «Стойкий защитник-2024» на территории стран Балтии, Польши и Германии. Продлятся они до конца мая. Свыше 90 тысяч военнослужащих, около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и более 1000 единиц наземной техники направили свои дула против союзного государства. Командующий сухопутными войсками США в Европе Уильямс признался, раньше на подобных учениях имя противника не называлось, он был вымышленным. Сейчас натовцы прямо говорят, что тренируются против русских. Мы сегодня видим повышенную военную активность Североатлантического альянса у границ России и Беларуси. Мы видим агрессивные планы таких стран, как Польша и Литва. Польша в открытую уже приглашает американцев разместить у себя на территории ядерное оружие Соединенных Штатов, плюс американские военные базы. То же самое делает и Литва, фактически наускивая и подогревая антибелорусские и антироссийские настроения в Европе. Потенциальный противник активно переводит экономики своих стран на военные рельсы. Общемировые расходы на оборону достигли исторического рекорда – 2 триллиона 443 миллиарда долларов или 2,3% глобального ВВП. США на почетном первом месте. На вооружение за прошлый год Вашингтон потратил 916 миллиардов, а Британия спустила на войну 75 миллиардов и останавливаться не намерена. Я объявляю о самом масштабном усилении нашей национальной обороны за последнее поколение. Мы увеличим расходы на оборону до нового базового уровня с 2,5% от ВВП к 2030 году. Это начнется сегодня и будет неуклонно увеличиваться с каждым годом. В течение следующих 6 лет мы инвестируем в нашу оборону дополнительно 75 миллиардов фунтов стерлингов. Впрочем, стараются не отставать от англосаксов и в Прибалтике. Естественно, за счет своих граждан. Страны Балтии для укрепления военного потенциала основные усилия направляют на совершенствование военной инфраструктуры, увеличение военных расходов, наращивание боевого и численного состава национальных вооруженных сил, одновременно перевооружаясь на современные образцы военной техники. Литва и вовсе подложила свои земли под немецкий сапог. Первые 20 военных бундесвера уже прибыли на место службы. А к 26-му году численность немецких войск в стране вырастет до 5000. Обойдется германское присутствие гражданам страны примерно в 11 миллиардов евро. Ваше военное присутствие является доказательством надежности Германии, что очень-очень важно для нас и всего региона.
Особняком в этом дружном ряду, конечно, стоит Польша. Ее амбиции просто зашкаливают. Недаром Варшава постоянно заявляет о создании самой мощной армии в Европе. Как подтверждение, многомиллиардные закупки военной техники в Южной Корее и США. При этом руководство страны заявляет, что 2% ВВП маловато для оборонных расходов стран блока. Их нужно увеличить до 3%. Варшава поступательно наращивает численность вооруженных сил. К 2035 году планируется увеличить их до 300 тысяч человек. В настоящее время у них чуть больше 190. Тоже не могу удержаться от комментария. В этой бедной Польше и так уже некому работать. Проблем выше крыши гражданских. О каких сражениях грезит? Кто их будет обеспечивать? Впрочем, пока идет поток дотаций Евросоюза и помощи Соединенных Штатов, в Варшаве об этом не думают. Зато грезят о ядерном оружии. Правда, с ЯО у диктатора Дуды пока не задалось. Что США, что Альянс не дают Варшаве зеленый свет. Да что там, даже внутри страны единства нет. Я должен хорошо понимать намерения президента. Я действительно хочу, чтобы Польша была в безопасности и как можно лучше вооружена. Но любые инициативы должны быть хорошо подготовлены людьми, которые за это отвечают. И давайте все убедимся, что мы хотим этого. К сожалению, в нынешних реалиях ядерный вопрос для Польши может оказаться лишь вопросом времени. Соединенные Штаты ускоренными темпами модернизируют свое тактическое ядерное оружие. Вашингтон активизировал, притом существенное мероприятие по проверке готовности к применению компонентов ядерной триады Соединенных Штатов. Размещенное на территории государств-членов НАТО, тактическое ядерное оружие, о котором говорил вчера, модернизируется ускоренными темпами. На авиабазах Европы размещено более 200 боеприпасов, ракеты и бомбы. На авиабазе Кляйне-Броген, Бельгия, 20 боеприпасов. Бюхель, 20. Авиана Италия, 60. Гедди Италия, 30. Инжирлик Турция, 50. Волкер, Нидерланды, 20 единиц. Мы их посчитали до единиц. И на фоне неприкрытой западной милитаризации в агрессивных намерениях обвиняют почему-то Беларусь. Мудрое замечание Александра Лукашенко «Хочешь мира, готовься к войне» там расценили как прямую угрозу. Не дает им покоя Сувалский коридор. Захватит ли Беларусь часть Польши и Литвы? Именно это предлагает Александр Лукашенко, президент Беларуси, который хочет захватить Сувалский коридор. Наш президент неоднократно указывал, Сувалский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся ни по нему, ни к нему. Мы мирная страна, чужого нам, как известно, не надо. Но своего мы никогда не отдадим. На том берегу нас предпочитают не слышать, а придется. Евгений Белоусов, Михаил Другаков. Специально для главного эфира.